Мои коллеги из программы «Подробности недели» готовят для вас итоговый выпуск о последних 7 днях. Смотрите в воскресенье. 15 миллиардов и газовая скидка в придачу. Как Украина с Россией договаривалась. Искусство протеста. Как Майдан становится самым большим в стране выставочным залом. Эти баррикады навсегда. Даже если Майдан свернется, их могут забрать лучшие музеи мира. Два города, два мнения. Львов и Харьков. Там краще жить, ніж зараз, в данный час мы живем. Я не хочу в Европу. Они меня спросили, хочу ли я туда. Как видят, Евромайдан и договоренности с Россией на западе и на востоке страны. Смотрите в подробностях недели в это воскресенье в 20:00.